Так, дети, сегодня у нас урок математики. Все приготовились к контрольной работе? Да. Так, достаем двойные листочки и пишем «контрольная работа». Так. Господи, ненавижу контрольные работы. Я тоже ненавижу контрольные работы. Давай свалим. Ну, нас же наругают родители. Не думаю. Так, я сейчас эту сладкую парочку рассажу. Тишину словили. Так, и на 1 сентября у нас скоро. 1 сентября, небольшая новость. Надо дарить цветы учителям, но у меня очень большая аллергия на хризантемы. Кто-то подумает, что ей будут цветы дарить. Согласна. Так, и вас скоро рассажу, сладкая парочка. Ой, ну простите, да. Так, записываем. 5 плюс миллиард бесконечно сотен бесконечно... Записываем. О, Господи. Так, то сначала простенькое уравнение. Бесконечно плюс бесконечно x минус миллиард равно... Сколько-то там. Господи, это нереально. Так, не разговариваем. Все, сейчас... Держите вам двойной листочек, вам. Все, решайте. 5 плюс 5. Что это за подготовительная школа? 5 плюс 5. Трэш. 10. Угу. Сколько 5 плюс 5 будет? Не знаю, надо сваливать уже отсюда. Да, так все, давай, пока она отвернется, мы пойдем, скажем, что мы в туалет. Да, давай. Так. Так, где тут мой журнал? Надо... Все, она отвернулась. Девочки, вы куда? Светлана Николаевна, а Сонечка с Алтиком хотят убежать. Вот вы две мочалки. Вернулись быстро. Так мы в туалет хотели, но для этого надо спрашивать. А можно в туалет? Можно, идите. Наконец. Вдвоем? Да. Ну ладно, идите, там две кабинки. Три. Так, пишем. Фух, уписали от этих. Ага. Все, побежали домой. Так там же уборщица на выходе. Тихо. Ой, да, там же охрана и уборщица. Сказом, что нас отпустили по лансе, потому что нам плохо. Да, хорошая идея. А может, они скажут к медсестре идите? Не скажут, пошли. Пошли. Тихо, это же учительская и директорская. Ой, что делать, никогда было. О, нет, директор вышел. Пиши. Здравствуйте, что у вас случилось? Здравствуйте, директор. Нас просто тут отпустили по лансе, потому что у нас живот болит. Да, у нас животы болят. Ой, ладно, выздоравливайте. Может, вам медсестре обратиться? Я заговорила. Нет, не надо, нет. Мы уже ходили. Хорошо. Идите домой. Только не бежать. Хорошо. Ох, думаю, что они мне не наврали. Не наврали. Ух, вот это фалтануло. Согласны. Все, пошли на выход. Охлана, да заткнись, то уже охлана никакой не будет.
Наконец-то мы сбежали, да, пошли домой. Так где эти двое? Я не знаю, они как будто бы со школы сбежали. Да, заходите. Здравствуйте, там на выходе куда-то и шли Сонечка с Артиком. Говорят, что у них животы разболелись. Вот две вот две непослушных девочки. Хотят сбежать. Я так и знала, что они меня обмануть хотели. Так они мне наврали. Я им еще тут покажу. А как же, а где они? Они уже вышли. Как же так? Вот так. Я пойду звонить ихним родителям. Так, урок окончен. Да, звонок. Да, я пошла в директорскую. Да, до свидания, спасибо за информацию. Все, сейчас я посмотрю. Алло, алло, это мама Сони? Да, это мама Сони. Ваша дочь, знаете что? Она сбежала с уроков. Вот я ей покажу. Холосок, спасибо, что сказали. Не за что. Так, все, Маша и Саша, давайте работы. Подходим, подходим. Здрасте, нас отплавили к вам опять. Ну пришли, сладкая парочка. Ладно, все, больше не сбегайте. Так, задаем работы. Пошли сдавать работы. Пошли. Типа выстроились в очередь сдавать работы. Господи, это чумымбран конопатая тут стала. Эй, ты еще тут долго будешь стоять? А тебе-то какое дело, мочалка? Знаешь что? Вот моя работа. Да, молодец, садись. Отдам. Держите. Угу. Держите. 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 Тебе надо к логопеду, вам. У меня мама сцепилявит, и я сцепилявлю. Я слышала по звонку. Ты что? Так, дети, урок окончен. Переменка. До свидания.